Приближается 2018 год. Пришло время узнать, куда, по мнению ульяновцев, должны быть направлены бюджетные средства в новом году. Нужно все-таки ремонтировать дороги, потому что вся Ульяновская область разбита, и это было бы, кстати. Благоустройство города на ремонт дорог обязательно. На обустройство детских площадок. Хочу пожаловаться немножко на центр города. Если зайти во двор, то никаких условий для игры для детей нету. Вот. Я как мама хотела бы на это внимание обратить. Бюджетные зарплаты, считаю. Повысить врачам и учителям. А еще куда? Возможно, школы. Повысить, во-первых, убрать бесплатное питание. Подскажите, пожалуйста. Медицину. Куда нужно? Дошкольные учреждения и в школы. Вот туда. У нас внук ходит в школу Толбухина, где стекла даже не пластиковые, а вот достаточно старенькие. Вот туда можно было вложить деньги. Дороги, естественно. А в садик, в принципе, все изменили, улучшили. В поликлинике у нас тоже сделали ремонт. Поэтому дороги у нас, наверное, самое главное. И как себя в культуру, на которую никогда нет средств? Культура, прежде всего, образование, прежде всего, спорт. Вот деньги, вот так... библиотеки. Ну, это культура. Вам и так прибавили, не расстраивайся. Так что, девочки, вот эти три, я считаю, три кита, на которых никогда не хватало. Дороги. Потом, как говорится, медицина. Пенсионерам на пенсию. То, что на развитие города есть, город приводит в порядок. А там медицину что-то делают. А вот, грубо говоря, ну, детям, но все равно, по-моему, достается не так уж много. Так что если у них, грубо говоря, есть большие сборы, то у них там, так сказать, больше, чем обычно в других городах, точнее, в другие года, то пускай направляют на детей. На здравоохранение, на учебу. На обучение. Да. А почему? По-моему, здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Нет здоровья – не надо ничего, не нужно будет. Поэтому на здоровье, естественно, и на образование обязательно. Потому что образование – это необходимо, тем более для наших детей, это будущее наше. На дороги, на зарплату врачам, чтобы, в общем-то, поменьше взятничества было. Вот. Ну, в общем, бюджетные средства должны потрачены быть в бюджет. Наверное, здравоохранение в первую очередь, обустройство города, дороги. У нас вечная проблема с дорогами. С больницами очень плохая вообще ситуация. И дороги, и благоустройство дворов, и озеленение, и порядок надо наводить в городе. Вот так мне кажется. На детей в детские сады и в школы. Потому что бюджет, я сама педагог, и бюджета реально не хватает. Ни на ремонт помещений, ни на что. Потому что у меня самый клуб как бы свой детский. Поэтому у нас ремонта практически нет. Но выделяют какие-то деньги, но их реально не хватает на оплату педагогов. На учреждения какие-либо там, на больницу, конечно же, чтобы ремонт был такой более приличный. А вы как считаете? Я тоже так считаю. Я тоже думаю, что на дороге, потому что в Ульяновске это самая главная проблема, мне так кажется.